Всем привет, с вами же Бакрок Джей Кей, и мы продолжаем создавать в Little Big Planet 2. Что ж, и сейчас я вам расскажу то, о чем забыл сказать в 16 серии. Вот у меня уже есть образец, но другими словами, перед вами сейчас работа, проделанная в 16 серии. И сейчас мы берем микрочип, и в этот микрочип мы вставляем счетчик и маркер. Я все же решил сделать наглядный пример, потому что многие, скорее всего, на слух не очень-то хорошо восприняли то, что я рассказал. Так, теперь мы входим в схему платформы и сюда ставим маркерный сенсор. Вот так. Теперь заходим в его настройки и максимальную дальность ставим на 1000. Или, как я говорил, можно и больше 1000. Так, ну вот, 1000, все замечательно. И мы еще ставим значение выхода на силу сигнала. И затем соединяем сенсор с двигателем. И у двигателя мы поставим входное воздействие на шкалу скорости. И теперь мы подключаем счетчик к маркеру. Да, подключаем, и опа, платформы остановились. Теперь мы можем регулировать их скорость. Вот, как видите, через счетчик можем все регулировать. И маркер у нас включается на счет 10, давая сигнал, что все, больше ускорения у нас не будет. Такс, и теперь как же сделать постепенное ускорение? Для этого, наверное, многие уже догадались, нам нужен таймер. У таймера мы сейчас поставим время срабатывания, допустим, на 2 секунды, допустим. И соединим его с счетчиком. Вставляем его во вход увеличения. Ставим счет на 0. И таймер еще вставляем во вход сброс. Теперь мы ставим 0 и смотрим, что у нас происходит. Постепенно, каждые 2 секунды, у нас ускоряется платформа. Ну вот мы и сделали постепенное ускорение платформы, о которой я забыл сказать в 16 серии. Ну вот и все. Это максимальная скорость. Каждые 2 секунды у нас она увеличивалась. В общем, вот. Надеюсь, теперь все, кто не понял, поняли, что нужно было сделать. В общем, ладно. С вами был Жабокрок Джей Кей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравилось, пишите комментарии. Всем пока!